Люди пришли поминать. Паузу нажми. Вот эта машина, которая привезла гроб, значит, было 8 целых каша здесь было. Из-за погоды самолет не мог вчера 6 вечера привезти. Привезли только, сказали, в час ночи, в общем, 5 утра только привезли. Значит, вот это кладбище. Я взял себе тоже место здесь, потому что вот здесь специально, видишь, накрывают они такой навес. Стулья поставили, чтобы люди могли сидеть. И это самое. И вот уже приготовлено. Место выкопали, чтобы положить. Смотри, на стульях вода, когда садится, будешь, да. Сидеть. Это моя тетя, это мой сын. И это представитель похоронного бюро. Вот там такой из бетона сделан каркас, чтобы положить прямо туда гроб. А эти вот такие штуки кладут гроб на них, на эти натяжки, и потихонечку опускают вниз. И он прямо садится в коробку бетона. Видно, может быть, здесь... Я правила не знаю никакого. Здесь опасно. Я просто смотрю, если у меня есть мелочь. Если он скажет, тогда будет. Нет, нет. Они прям на могилу наступают, смотри. Ну, как-то пройти надо. Они прям по могилам едут. Да. Они прямо даже по камням едут. Заур, можешь что-то поставить, что-то сказать? Опять... Окей, все. Где-то там свечка на 7 дней. А мне там уже не дали свечку. Что Лена была... моей лучшей женой, и что то, что я с ней провел 6 лет, это просто святые годы были. Это очень хорошая женщина, очень порядочная женщина, которая смотрела за мной. Я же как не вторая мама. Она лежала в покое. Амин. Жива. Это моторчик такой, он крутится и опускает. Не то, что там у нас как-то как попало, может перевернуться, может упасть. Здесь все четко. Верхи мы делаем сами, руками. Не, тоже так же опускают. Ну, верхи мы опускаем ремни сами. А, мы просто опускаем ремни, да. Потому что это мецва. Да. Ну, там то же самое, там такое же устройство помогает. Ну вот отсюда прям поправляют. Чуть-чуть перекос был, видишь? Прям отсюда поправляют. Чтобы он вошел. А здесь God gives, God takes.
нажми, нажал тут. Этот песок привезли собирали специально в еврейской земли, потому что она все-таки у нас наполовину еврейка. Это тоже добрый. Паузу уже. Ну, возьми лопату. Это как-то собираешь, а это такое. Take this off first? No. It's for safety. The first one. Did the first few, you did the other. Сделай несколько. Вот моя тетя Рива тоже решила немножко. И 77 лет. Хватит, хватит. Они крышку одевают на бетонный каркас вот, трактора. Вот убрали этот беседку, стулья убрали и это самое. Опускают крышку. Вот он песок подгоняет, сейчас песком засыпет. Да, да. О том, что все временно на нашей грешной планете Земля, и что человеческая жизнь подобна траве, которая свежа и зелена поутру, а к вечеру чахнет и засыхает. Алмей, милхад, я на лени.